Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости, обратимся к библейским историям и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, мы очень благодарны Тебе за жизнь, подаренную нам, за сегодняшнюю возможность рассказывать о том, как Ты нас любишь и как Ты отвечаешь на наши молитвы, как Ты решаешь наши проблемы и благословляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за Сына Твоего, Иисуса Христа, который подарил нам жизнь. Благодарим Тебя, Господь. И пусть Дух Святой сегодня присутствует с нами в этой студии. Благослови все, что будет сказано, чтобы было только для Твоей славы, нашего любящего и заботливого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу. Вы можете написать их прямо сейчас внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете прислать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно передадим ваши просьбы в наши молитвенные группы и будем молиться обязательно о них. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостю сегодняшней передачи Любовь Придоляк. Сестра Люба, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Откуда вы родом и как давно вы проживаете здесь, в Сакраменто? Я родом с России, город Ростов. Это Северный Кавказ. И в Америку мы переехали 20 лет назад. 20 лет назад. Вау. Ну, а что для вас сейчас ближе? Там, где вы родились, родина? Или вот вы же уже 20 лет уже практически здесь? Почти вторая родина. Да, срок большой, но скажу, что воспоминания о моей родине, они не будоражат мои чувства, потому что сколько там жили, столько мы имели много проблем, гонений, притеснений, переездов было очень много, а здесь отдыхаем. А почему много переездов? Ну, потому что муж мой Владимир, он был служителем, и приходилось очень много переезжать в разные города, разные церкви. И следовательно, да. Есть, конечно же, и много добрых воспоминаний, правда? Добрые воспоминания о церквах, о дорогих нам людей, членов церкви. Вот это самое теплое воспоминание. Скажите, все-таки у нас программа «Молитва, передвигающая горы». Я хотел бы узнать, а какой у вас молитвенный стаж? Ну, или другими словами, как давно вы познакомились с Богом и кто помог вам это сделать? Я родилась в адвентистской семье. Мой папа тоже был пастором. И сколько я себя помню, ну, столько я с Богом, столько и молюсь. А вы с детства. С детства. Ну, а может быть, помните такую самую-самую первую, которую вы можете вспомнить, молитву? Не помните? Не можете вспомнить сейчас? Ну, знаете, это уже почти 80 лет. Ну, хорошо. Давайте дальше. Но молились мы всегда, потому что мой отец, когда мне было 4 года, его арестовали, он сидел в тюрьме, мы были враги народа и пережили очень много, наша семья. И всегда молились. Всегда. Да. Да. Ну, вот вы сказали, вы были пасторской семьей вместе с вашим мужем Владимиром, да? Бытует мнение, что Господь всегда особым образом охраняет своих служителей.
Можно ли сказать, что вот, ну, пасторской семье о себе можно уже не так много молиться, больше о других? Правильно это? Ну да, когда живешь жизнью других людей, то как-то себя на второй план, а хочется помочь другим людям, которые в нужде, в проблемах, кто нуждается в утешении, ободрении. И эти люди, они особенно дороги становятся. Угу. Ну, все-таки, а в пасторской семье разве проблем не бывает? О, бывает, конечно же. Разного рода проблемы. Я поэтому и спрашиваю. Потому что говорят, о, если пасторская семья, да там Бог благословляет их, хранит, там вот, там и, ну, типа, и там всегда охрана, там особо молиться, может, и не надо. Угу. Вот, поэтому я задал такой вопрос. Да. Ну, знаете, те, кто думает, со стороны смотрят и думают, что, что пастор, никаких проблем. Там все благополучно. Но хочу сказать, что многие молодые люди, которые видят и понимают, что такое пастор, они даже отказываются от служения. Не все так. Не все так просто. Так, да, гладко и просто, да. Как кажется, может быть, на первый взгляд. Да? И мне кажется, что пасторам больше достается от внешних, со стороны мира, чем членам церкви. Угу. По своему опыту я так знаю. Да. Хорошо. Ну, а какой молитвенный опыт вы приготовили сегодня на передаче? Да, сегодня я хочу поделиться тем опытом, который мы пережили вместе с Владимиром, когда мы жили в городе Ростове-на-Дону, угу, на Кавказе. Мы проводили с ним медицинско-евангельские программы. И однажды мы провели программу в городе Новочеркасске, Ростовской области. Это где-то приблизительно 1,5 часа езды от Ростова. Угу. Было очень много людей, программа прошла хорошо. И когда там организовалась новая церковь, и когда окончилась наша программа, мы провели последнюю субботу вместе с этой церковью. И где-то поздно вечером, где-то к полуночи, мы ехали домой. В Ростов возвращались, в Ростов, да? Возвращались, угу, да. Мы ехали по трассе, двусторонней трассе. И это была такая безлюдная трасса. Ну, ночь это уже была, да, ночь, и машин, да, было очень мало. Да, и она не освещалась. И вдоль трассы, с одной стороны и с другой, была лесопосадка. Мы ехали, радовались, славили Бога за то общение, которое мы имели с новыми людьми в Новочеркасске. И когда мы ехали по средней полосе, там было 3 полосы, угу, в нашем направлении. И как мы ехали по средней полосе. И по первой полосе справа от нас ехала машина, немного обогнала нас, и мы ехали чуть-чуть сзади той машины. И вдруг неожиданно появляется женщина на обочине дороги. Это было темно все кругом. Появляется женщина на обочине дороги и пропускает эту машину, которая ехала по правой стороне. Справа от вас, нас, впереди, справа от нас, ехала, на первой полосе. И когда проехала эта машина, вдруг эта женщина неожиданно начинает перебегать дорогу. Но мы едем на немаленькой скорости. Ну, это же трасса. Трасса, да. И тем более ни машин нет, ничего, никого нет. И она, не видя нашу машину, мы так понимали. И когда она бросилась бежать, она столкнулась с нашей машиной. Да вы что? Был сильный удар, и она падает. Мы, конечно, остановились быстро, вернулись к этому месту. И насколько мы могли рассмотреть в темноте, эта женщина уже не двигалась.
мы поняли, что она мертва. Да вы что? Мы, конечно, были в шоке. И мы не знали, что делать. Мы растерялись. Такого никогда не переживали. И в этот момент, когда мы стояли около нее, не зная, что делать, вдруг с противоположной стороны трассы выходит высокий мужчина, подходит к нам и говорит: «Я ваш свидетель. Я все видел, что произошло. Я профессиональный водитель. И вы ничего не могли сделать, чтобы предотвратить столкновение, эту, да. это столкновение». Он помог нам. Тогда телефона у нас не было еще. Угу. Он помог, у него был телефон, он помог нам вызвать скорую помощь и позвонил в милицию. Быстро приехала скорая помощь. Да, он еще сказал: «Вы стойте около этой женщины, чтобы, если будет ехать по трассе машина, чтобы она не переехала ее, это обязательно». Угу. И он сказал, что я вам пригожусь. И оставил нам номер телефона, да, Владимиру. Свой домашний, да? Наверное. Я не знаю, чей он давал, да. Дал номер телефона, как с ним связаться. И он исчез в темноте, ушел. Неожиданно как появился, так как же появился, неожиданно ушел, да? Да, так вот сказал нам и ушел. Вскоре приехала скорая, зафиксировала факт смерти и уехала. Мы долго очень ждали милицию. Приехала милиция и стала делать разные замеры, обследования. И они забрали эту женщину, а нам сказали, что нам нужно, они составят протокол. И нам нужно будет приехать в их отделение, чтобы подписать этот протокол, который они составили. Ну, это да. Нормально. Ну, там нам было обследование на алкоголь, на наркотики и все прочее. И утром мы приехали домой. Всю ночь, получается, так. Да, вот, всю ночь это было. Мы позвонили нашим родным и в церковь сообщили о случившемся. И к нам стали приходить наши собратья, поддержать нас и узнать, как, что было. И стали приезжать служители некоторые, которые были вблизи, в церквах вблизи Ростова. И они нас хорошо поддержали. Мы молились вместе, чтобы Бог управлял дальнейшими событиями. Но вопросов к Богу не было у вас? Ну, представьте, вы же ехали, доброе дело сделали, вы с людьми встречались. Ну, почему так получилось? И почему именно под ваш автомобиль? Вот именно такой вопрос возник. Володя, конечно, был сломлен душой. Да, конечно. Это... И он говорил: почему? Почему она попала именно под нашу машину? Да. Да, это было тяжело. Ну, говорят психологи, что если такое происходит, вот человек, который насмерть сбивает человека, это травма на всю жизнь. Она не исчезает, эта травма, она постоянно вот преследует человека. Ну, хорошо, у вас хоть были вот действительно друзья, родные, да, приходили, вас вот как-то поддерживали, да? Но у нас, кроме этого события, было еще. И была еще одна проблема. Где-то через 2 недели позже этого события мы должны были проводить программу в городе Буденновске. Это Ставропольский край. О, это известная такая нашумевшая, да, такой город Буденновск. Но знаете, у нас же началось следствие. И нас вызывали в прокуратуру. И следователь, которая вела наше дело, она была очень агрессивно настроена. Сначала допрашивали Владимира, потом меня, как я рядом сидела. Вот. И это было ужасно, когда она возмущалась и кричала на нас. Все себя стараются выгородить.
Ну, много раз нас вызывали. Но у нас стоял вопрос, что нам делать с той программой, которая должна быть через пару недель. В том городе Буйнакске, незадолго до нашего события, была тоже трагедия. Террористы захватили городской роддом. Буденновск, потому что нашумевший город, мы помним это событие, которое произошло. И, конечно, весь город был в тревоге, был взбудоражен, было волнение в городе. И там есть у нас небольшая группа наших адвентистов, верующих. Ну, не то что группа, маленькая церковь. И там был руководитель Валерий Яганов. Мы ему сообщили сразу о том, что как быть, вот такое событие. Перед всеми стоял вопрос, что нам делать. Но перед нами это в первую очередь. И та группа в Буденновске, она стала молиться об этом вопросе, чтобы Бог управлял событиями. Наша церковь в Ростове тоже молилась об этом, многие молились. Но мы, конечно, с Владимиром просили, чтобы Бог нам ответил, что нам делать. Или ехать проводить, эту, или отменить. Да, или отменить программу, а это, этот город, он давно ждал этой программы, наши собратья. Уже как-то готовились к этой программе. Так уже была сделана реклама по городу, уже был арендован дворец культуры для того, для проведения программы. И все это, как теперь все изменить? Вы знаете, мы с Владимиром очень много молились, чтобы Бог дал нам ответ. И так получилось, что мы поняли, что нам нужно ехать на эту программу, не отменять. Ну, а можете объяснить, как это вот происходит? Потому что я чувствую, что вот у зрителей тоже возникает вопрос. Вот, если, вот, например, я хочу узнать волю Божью, да? Я молюсь, я наверняка спрашиваю совета у других людей, там, у родных, у сослуживцев, у братьев, да, спрашиваю совет. Сам молюсь, и я должен как-то понять, или отменять, или не отменять. Вы советы спрашивали? Как вот, что советовали вам другие? Мы спрашивали советов. Наши собратья, они, наши служители особенно, они говорили, какая программа? Разве ты в состоянии будешь ее проводить? Да, действительно. В таком психологическом состоянии и физическом. Да и вообще, в любой момент, если вы уезжаете туда, получается, следствие идет, вас ведь могли, в принципе, сорвать с программы в любой момент. Да. Но это серьезно были? Вот вы говорили, что очень агрессивно настроена была вот эта женщина, которая вела, следователь, да? Да, ну как многие нам говорили, что если при этом инциденте был смертный случай, то обычно тюремное заключение ожидало Владимира. Это ужасно. И поэтому... Ужасно, конечно, что эта женщина погибла. Ужасно, что переживали ее родные и близкие. Но я понимаю и ваше состояние. И вот вы молились. Как вы узнали, что вот Бог говорит, езжайте? Потому что все как бы складывалось вот к тому, что надо остановиться и отменять программу. Как вы это почувствовали? Вы говорите, вы молились и почувствовали. Что это чувства были какие-то? Или голос был? Или во сне как-то Бог подсказал? Нет. Как? Мы молились вместе с Владимиром очень много. И отдельно он молился, и отдельно я молилась тоже. И как-то мы так разговаривали с ним. Он говорит, у меня какие-то такие появились мысли, что мы должны ехать. А я ему сказала, знаешь, у меня тоже были такие мысли. Это, наверное, нам отвечает Бог. И мы решили ехать на программу. Когда мы пришли к следователю и сказали ей, что нам нужно срочно уехать в другой город, она стала так смотреть на нас странно и говорит, вы понимаете, что происходит в вашей жизни? Вы понимаете, что грозит вам? Какие... Мы сказали, что у нас там есть, что мы должны проводить медицинскую евангельскую программу, и город нас ждет, сделана реклама, и мы не можем
изменить это. Угу. Она говорит, какие там важные дела? При вашем состоянии, при вашем положении, что может быть более ценно, чем это расследование? Ну, мы сказали, что мы не можем изменить наше решение. Она так удивилась. Угу. Владимир дал ей номер телефона нашего свидетеля и сказал, что мы поедем. И если нужно будет, в любой момент вы нам сообщите, там жила наши родные были, и мы в любое время, когда вы скажете, когда нужно будет, мы приедем. Угу. Итак, мы отправились на программу. И все, программа... Было очень трудно, конечно. Трудно ему было, конечно. Трудно было, да. Программа прошла успешно. Дворец был полон людьми. Многие в конце посвятили свою жизнь Господу, приняли в Христа. Заключили завет с ним, да. И, что интересно, среди тех крещенных был один молодой человек, который решил посвятить свою жизнь Господу. И впоследствии он стал очень успешным пастором. Да вы что? Да. Это было Слушайте. Очень приятно. Это затмевает... Да. Все те трудности все и переживания. Трудности. Ну, а что там все-таки следствием? Вас так и не пригласили, не вызывали, Когда да? мы приехали... Нет, один раз нас вызвали. Ага. Мы приехали, просто там переспрашивали нас. Угу. Снова показания Владимир давал, снова я давала. Как-то так повторно это получилось. Но мы потом поняли, когда мы пришли, почему так было. Когда мы пришли к следователю, она сказала, что я имела встречу с вашим свидетелем, и показания Владимира, и мои показания, которые мы давали отдельно, они совпали с вашим свидетелем, и вы невиновны в этой да ситуации. И дело ваше закрыто. Вот так, слава Богу. И да. программу провели. И Господь да. позаботился, и уберег и Владимира, и дело да. закрыли. Слушайте, ну как же ж ему тяжело да. было. Все равно потом это радость, а все равно Вы знаете, всю жизнь вот так вот. Вот действительно на этой программе, вот как будто бы ничего у нас не произошло. Это все как-то улетучилось из нашей памяти. Ой, как хорошо. Это сделал Богу. Господь, конечно. Да. И это мы ответы на молитвы. Влияние Святого Духа. Да, это да я представляю, у вас молились все, и служители молились, зная, что там программа. И вот эта маленькая церковь, которая в Буденновске была, да. вас всех молились, ну, конечно. Эта весть, конечно, обошла весь Кавказ, и на Кавказе многие молились об этой ситуации, потому да. что положение очень серьезное было. Слава Богу, что вот был этот свидетель. Вот интересно. Да. Вот интересно, личность, откуда да. он взялся, это непонятно. Трасс, откуда взялся, темно, куда потом лесопосадка. Ушел. Лесопосадка. И вдруг он, откуда он вышел, мы даже не знаем, кто он такой. И домов и рядом поблизости нет, не было? Нет, никаких поселений близко не было. Где-то Господь очень далеко был аэропорт только, да. а так больше ничего. Слава Богу, Господь позаботился. Слушайте, да. вот что бы вы, сестра Люба, вот могли бы, вот пережив этот опыт, серьезный, тяжелый опыт, что бы вы посоветовали сейчас людям, что бы вы сказали им, тем, которые пусть не такой, но вот проходят путь очень тяжелый, когда сил нет, когда не можешь ничем заниматься, когда вот тяжесть вот проблем, она придавила к земле. Что бы вы им сказали? Конечно, мы как верующие люди и любящие Господа понимаем, что Он нас тоже любит. И все, что случается в нашей жизни, это допускает Бог. И самое главное в такие моменты довериться Господу, Его любви и Его провидению. И Господь всегда встанет в защиту. Для Него безвыходных ситуаций нет. И Господь поддерживает. Если мы просим Его об этом, если мы к Нему обращаемся, то Он ведет нас тем путем, чтобы мы приобретали
уверенность в Боге, чтобы вера наша крепла, и чтобы мы могли славить Господа за Его заботу и за Его участие в нашей жизни. Пройдя такие вот опыты, да? Спасибо большое, сестра Люба. И знаете, когда вот разные случаи были, тяжелые обстоятельства и радостные, но когда в тяжелых обстоятельствах, всегда вспоминается этот опыт и то, как Бог провел нас через эту тяжелую долину страданий. Да, вступился за вас и защитил. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо большое, сестра Люба. Спасибо за этот опыт. И чуть позже я попрошу вас помолиться. А сейчас, друзья, я хотел бы вам задать вопрос. Вы целеустремленные люди? Да? Тогда, как вы поступаете, когда на вашем пути встают серьезные трудности? Думаю, кто-то усиленно молится и движется дальше. Кто-то усиленно молится и делает паузу, чтобы разобраться, как действовать дальше. А кто-то усиленно молится и отказывается от этого пути. Какой из этих вариантов правильный? Невозможно ответить? Почему? А, и в вашей жизни были все три варианта. Слушайте, но неужели нельзя без трудностей и препятствий? Особенно тогда, когда, как мы считаем, заняты добрым и нужным делом. Ведь чтобы разобраться, как действовать дальше, мы теряем не только силы, но зачастую и время. Неужели Бог не заинтересован в нашем успехе? А вы помните заветную мечту и цель апостола Павла – свидетельствовать о Христе в Риме и даже самому кесарю? И когда оказалось, что цель близка вот-вот уже, он почему-то попадает в шторм и терпит кораблекрушение. Понятно, что Бог предсказал эту беду, и не Павел принимал решение отправляться в плавание. С этим препятствием нет вопросов. Но вот все они живые попадают на остров Мелит. Павел служит, служит другим, поддерживая огонь в костре. И мы прочтем, записано в Деяниях апостолов, 28 главе. «Павел собрал охапку хвороста, и когда клал его в костер, гадюка, спасаясь от жара, выползла из хвороста и вцепилась ему в руку». Можете себе представить? Но вот зачем Павлу нужен этот шок? Я представляю эту картину. Местные жители в мыслях уже, так сказать, похоронили Павла, наблюдая, когда ж рука начнет опухать. Наверняка и центурион или сотник, который знал Павла, подумал: ну все, этот парень отъездил свое. И мы видим тут, Господь чудесным образом, без громов, каких-либо внешних проявлений, Он спасает Павла, даруя ему жизнь. Зато вот у пророка Илии этих чудесных проявлений было, так сказать, выше крыши. Чего стоит снабжение Илия продуктами питания у потока Харав? Мы можем прочесть, как же он был обеспечен всем тем, что нужно, всем тем, чтобы выжить. Вороны, написано в 3 книге Царств, 17 главе, приносили ему хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером, а пил он из потока. Вот тебе и официанты, вороны. Много вопросов, почему эти нечистые птицы? У них наверняка из клюва, они же падалью питаются, наверняка из клюва был дурной запах. Ну да ладно, не об этом. Это одно чудо. А другое, например, в Сарепте Сидонской Бог поселил Илию у вдовы. Но неужели места понадежнее не было? Только вот именно у вдовы мука и масло чудесным образом не заканчивались.
А чудеса на горе кормил. Да много можно говорить. Да, друзья, хотелось бы жить и быть успешным. Слушайте, а может, именно для этого Бог и допускает препятствия и трудности? Смог бы, например, апостол Павел быть настолько успешным евангелистом не только на острове Мелит, но и в Риме? Может, именно чудеса помогли и Илии быть успешным в обращении его народа к Богу? Но вы заметили, друзья, что препятствия не только закалили, вот, к примеру, этих двух слуг Божьих, но и произвели перемены в их личной жизни. Вспомните, один из них говорит в молитве: «Я не лучше моих предков», а другой вовсе называет себя в прошлом извергом. Да, и один, и другой преподают нам хороший урок смирения. Можно ли этому научиться без препятствий и трудностей на пути к цели? А? Вы сами что об этом думаете? Друзья, вы уже ознакомились с молитвенными просьбами перед началом нашего эфира и сможете их еще раз прочесть по окончании. Это те просьбы, о которых мы молились на протяжении недели лично и в молитвенных группах. К сожалению, сегодня нет возможности прочесть молитвенные просьбы, которые поступили во время эфира, но мы обязательно их перешлем в наши молитвенные группы и будем молиться о них. А сейчас я хочу попросить вас, сестра Люба, помолиться о всех тех молитвенных просьбах, с которыми наши зрители уже познакомились и которые мы с вами знаем. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь ответил на них. И также помолитесь, пожалуйста, за наши семьи, наших детей, за молодежь, чтобы Господь хранил, и за всех, кто сейчас проходит вот нелегкий, тяжелый путь, как вы тогда проходили тот путь, когда случилось у вас такое вот горе. Помолитесь и об этих людях, хорошо? Дорогой наш любящий Господь, мы так благодарны Тебе за Твою любовь к нам, грешным людям, за то, что Ты видишь каждого, живущего на земле, и особенно для Тебя дороги Твои дети, которые посвящают свою жизнь Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты всегда рядом с нами, рядом с теми, кто страдает, кто имеет переживания, рядом с теми также, кто славит Твое великое имя. Это приятно для Тебя. Господи, как много сегодня горя в нашем мире, как много страданий. Ты знаешь, Господи, что враг наш старается совратить каждого из нас с пути верности Тебе. Ты знаешь страдания больных, как много их сегодня. Ты знаешь, Господи, переживания молодых людей, которые стоят перед выбором, по какому пути идти им в жизнь. Боже, Ты все знаешь. Ты вникаешь в дела каждого из нас. И Ты слышал, дорогой Иисус, те просьбы, которые поступили сюда, на эту программу. Мы особенно просим Тебя за больных, за Валентину Жигайло. Просим Тебя за Ольгу Казаренко, также за Ирину и тех двоих братьев с переломами ноги. Боже, облегчи их страдания. Благослови сестру Жанну, которая очень ослабла в этом ее преклонном возрасте. Поддержи ее и в ее переживаниях. Дай ей Твой мир и надежду на встречу с Тобою.
Дорогой Господь, так много сегодня нужд. Каждый нуждается в Твоем участии. И мы просим, благослови тех, кто переживает о своих детях. Благослови этих детей. Направляй их на путь спасения. Ты знаешь, как много сегодня разных зависимостей, алкогольных, наркотических. Ты знаешь эти переживания, дорогой Господь, родных и близких. Спаси этих людей. Ты за них умирал. Я особенно прошу Тебя за девушку, которая чувствует себя... Ты знаешь, Господи, Ты слышал эту просьбу. Как мама переживает о том, чтобы она вернулась на верный путь и начала новую жизнь, познавая Тебя. Господи, просим Тебя за нашу молодежь. Укрепи ее, сохрани. Ты знаешь, что в это последнее время особенно много переживаний имеет молодежь. Дай им желание быть ближе к Тебе и знакомиться с Тобою, познавать Твой характер. Всем нам помоги, Боже, отражать Твою любовь, Твою милость к нашим ближним. Дай, Господи, особое влияние Святого Духа, особенно в это последнее время, когда дьявол так свирепствует и хочет погубить каждого. Веди каждого за руку, научи нас доверяться во всех обстоятельствах Тебе, чтобы мы могли славить Твое святое, славное имя, Твое всемогущество и Твою любовь. Благодарим Тебя за все, наш любящий Спаситель. Аминь. Аминь. Большое спасибо вам, сестра Люба, и за молитву, и за опыт, которым вы поделились. Пускай Господь благословляет и дальше вас, ваших родных, близких, и дарует вам здоровья, крепости, чтобы вы еще пришли к нам на передачу. Спасибо. Мы тоже всего это желаем всем. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю и Бога, и вас за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, звоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 19 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит вас и благословит.